Добрий вечір. Наш ефір продовжує програма «Чим живе область?». Сьогодні є в студії Сергій Танасов, голова Березанської райдержадміністрації. Доброго вечора, пане Сергію. Доброго вечора. Цей тиждень позначився або позначається багатьма святами. Ми відзначали День працівників радіо, телебачення та зв'язку, День морської піхоти. В неділю ми будемо відзначати День сільського господарства, День працівників сільського господарства. Певним чином до всього цього ви маєте відношення. До всіх свят. Ви на телебаченні почти буваєте, ви частий гість. Ну, якщо не до морської піхоти, але до Збройних сил відношення маєте, а тепер ще й до сільського господарства безпосередньо ви керуєте районом. Тож, хотілося б дізнатись, яким був цей рік аграрний для вашого району. Ну, власне, він майже закінчився вже, тож будемо підбивати підсумки. С чего начнем? Наверное, сельского хозяйства. Ну, во-первых, решите от себя лично, от администрации, от всей вертикали власти поздравить всех работников сельского хозяйства, потому что они вносят огромный вклад в развитие экономики, вот, вообще в нашей жизни. Потому что если бы не было них, я не знаю, как бы мы выживали, потому что земля – это самое святое после людей, да, что у нас есть. Вот. Этот год они потрудились на славу, вот. Честно скажу, очень хорошо поработали. Дай Бог, чтобы у них такая же тенденция продолжалась и следующие года. Дай Бог им хороших погод, хороших, правильных рабочих, да, подчиненных. Вообще, чтобы погода, ну, погода это самое, в принципе, наверное, основное, чтобы сопутствовало им. Тяжеловато, знаете, потому что так с аграриями сталкиваешься, куча проблем, пытаешься чем-то помочь. Вот. Ну, радует, что хотя бы у них искорка в глазах есть. Вот. Они стараются, они работают, они развиваются. Главное им не мешать, понимаете. Вот. Ну. То есть вы такой, у вас такая политика, как у руководителя района, не вмешиваться, да? Ну как это? Ну не вообще не вмешиваться. Ну все должно быть в рамках законного поля, это в первую очередь. Ну, безусловно. Да, но не, хотя бы не мешать. Если надо где-то какая-то поддержка, то, понятно, надо оказывать, потому что металлургия у нас, к сожалению, сдала позиции, да, и большим экспортером зерновых является сельское хозяйство, а это прямые инвестиции в долларах. Вот. Это хороший прирост к экономике. Как они будут дальше расходоваться, эти деньги? Ну, с уплатой с их налогов, освоение их здесь, ну, опять же, техника, ну, это уже другой вопрос. Тут уже надо рациональный подход. Вот. Но то, что люди работают и работают на совесть, это да. Радует то, что ребята есть, уже сталкивался с несколькими ребятами, тут местные же, да, березанские, ну, с именем с района. Вот. После АТО пробуют себя тоже сейчас в сельском хозяйстве. Меня это радует, потому что молодые стараются и сюда прийти. Ну, разговаривать можно долго. Ну, давай, вот вы говорите о том, что если есть какие-то проблемы, приходят. Да, а с какими проблемами сегодня сталкиваются аграрии? Что, на чем говорят? Все-таки налоговое законодательство изменилось определенным образом. Да, налоговое изменилось, хотя и есть пути решения, да, ну вот, логические, там, правильные. Как бы было грамотно поступать, к сожалению, информацию в полной степени они не имеют. Да, и поэтому многие что уходят в тень. Проблемы разъяснения. Да, разъяснения. Вот. Но мы проводим эти работы, вот, налоговая проводит работы. Многие теряют на том, что они работают с тени, вот, не могут официально проводить, ну, реализовать свой продукт либо прямыми контрактами за границу, либо контрактами, ну, через вторые, третьи руки, знаете, это зерно проходит, и кто-то на них... Теряется цена в этом случае. Да, да, да. У них КПД теряется, понимаете, прибыль, ну, значительно меньше получают, чем могли бы получить. Поэтому выходить им надо уже на новый уровень, на новый статус. Вот с молодыми легче работать. Пытаешься, ну, рассказываешь, вот так, вот так, там, сходи туда посоветуйся, там быстрее это идет. Вот. Уже с укоренившимися
те, кто достигли определенного целомудрия, да, там в жизни, вот они такие грамотные, такие, как правильно, ну, состоявшиеся уже такие волки, да, этого дела, вот, у них уже проще, у них уже по накатанной идет. А есть вот как раз прослойка тех аграриев, которые не совсем определились. Как это правильно? Ну, я так понимаю, ну не все, наверное, работают честно и в крепкой связке с властью. А как вот вы выявляете, как вы стараетесь вывести из тени тех, кто... Только лишь беседами, ни в коем случае никакого давления, то, что это будет превышение моих полномочий. Соответствующие службы работают. Вас понимают? Идут на контакт, в принципе? Идут. Не все, но идут. Опять же, вторая сторона – это сами люди, которые отдают землю в аренду, они заключают договора. Или договора где-то ставят на пустом листе бумаги подпись, потом приходят, плачутся у меня в кабинете. Вот, нам мало платят. Я говорю, а какой у вас был договор? А у меня договора нет. А почему его нет? И начинаешь потом все это по ниточкам развязывать. Что? Поставила на чистом листе бумаги, либо заключила на длительный срок. Тогда это была, в принципе, приемлемая цена, а сейчас это ниже среднерыночной, да? Ну, вроде бы попадает в законодательные рамки. Те же там 3% или 6% за альтернативно-грошевой плюс индексации за пай. Вот. Это на гектаре получается 3% порядка 500 гривен. Ну, вот в этом году получалось. А 6%, не, оставить. Так это, 3% это 750 гривен было. Мне нравится ваше отставить. Армия не уходит. Ну, да. Значит, 3% это порядка 750 гривен за гектар в год. А 6% это уже 1500. Ну, знаете, есть люди, которые имеют по 10 гектар там в пае, то это солидно. Или 7,5 они получат, или 15. Ну, это все равно не такие большие деньги, я понимаю, но за год. Да, но подготовиться хотя бы к зимнему периоду можно. Да. Чтобы закупить там угля, либо оплатить газ, какие-то сбережения сделать. Это одно. А когда они в свое время из-за собственной, извините меня, неграмотности, по-другому это не назовешь, никто им вовремя не подсказал, пошли на какие-то бонусы, там 200-300 гривен сверху единоразово и заключили контракт на длительный срок, договор аренды, то они потом каждый год будут терять эти. Ну, хорошо, а вот выход из такой ситуации есть? Есть. Разговариваю с аграриями, прошу, чтобы заключались дополнительные соглашения, дополнительного ухода, вот, и там уже в ней прописывается высшая стоимость. Ну, я имею в виду процентная ставка больше ставится, чтобы выходить, чтобы потягивать. Ну, говорю, это не мне надо, говорю. Это людям надо, чью землю вы обрабатываете. Говорю, они вам доверились, они вам дали землю. Так будьте добры, дайте им отдачу какую-то. Потому что доллар, извините меня, сейчас 26-27. Когда сдавали они был доллар по 8, это была одна цена. Угу. Да? А, как ни крути, у нас все под доллар подвязано. Ну, основное. Сергей, а я так понимаю, когда вы в армии служили, вас вообще подобные вопросы не интересовали. Как вам сейчас все это осягать, всю эту науку? Ну, тяжело было? Первое время было очень тяжело, честно говорю. Тяжело было. Несколько дней вообще ходил, как в тумане. Ну, долго очень сидел в кабинете. Ну, мало того, что днем стараешься больше людей принять, там, если какие-то звонки, то поехать, вникнуть в проблему в районе где-то, в каком-то там из селе. Вот. А потом приезжаешь и до 2 часов ночи, и до 3 бывало, вычитываешь почту, бумажки, смотришь законы, вот. Потому что доверия особого к сотрудникам не было, я чужой для них, да, я вообще, у меня там никого нет в районе. Вот сейчас уже так получается, что там кто-то во втором батальоне служил, там кто-то в третьем батальоне служил, кто-то в первом служил, так ребята от того знаешь. Вот. Ну, чем могу помочь? Каким-то советом, разве что, знаете, чтобы не теряли, руки чтобы не слаживали, чтобы старались что-то делать. Вот. Опять же, им уже проще, они знают, что дверь открыта, можно прийти посоветоваться, подскажу, как все будет в рамках закона, как можно что-то начинать делать. Вот. Это, конечно, большой плюс. Меня просто радует, что молодежь, вот, есть у них желание развиваться, потому что тенденция алкогольной зависимости, ее надо прекращать. Потому что
в селе это очень большая проблема с алкоголем. Угу. Не видят будущего. А будущее надо видеть, оно впереди. Оно мы. Ну хорошо. Оно их не дети. Ну, тут мы подошли к вопросу об привлечении инвестиций. Есть ли перспективы у Березанского района в этом плане? Собственно, наверное, есть, потому что да, район такой интересный в этом плане. Перспективы есть, но, опять же, 7 кругов ада пройти очень это тяжело. Вот, это как? О чем речь в данный момент? Скажем так, быстрее, ну, обстановка наладится уже после децентрализации. Это... Я просто не хочу сейчас много говорить о том, как сейчас, да, какой-либо вопрос, по каким инстанциям надо побегать, что там где-то подписали, что это, там. Это руководителю района надо побегать? Ну, или района, или потом в область обращения, либо это даже до Киева может дойти, смотря какой вопрос, да. Вот. То после децентрализации, после выборов, когда уже будут новые объединенные громады, когда они уже с межами устаканятся, у них будет свой глава громады, свои будут депутаты, свой будет исполком, там уже будет проще работать. Это будет такая же система, как в городе Николаеве. Угу. Вот, понимаете, в городе Николаеве почему так, ну, намного лучше, да, с бизнесом, да с любым бизнесом? Потому что орган местного самоуправления дает дозволы на какие-то проекты, ну, согласования в основном проходят в городе. Угу. Мало что выходит за город, потому что это земля коммунальной властности. Вот. Там быстрее это все проходит. В районах, где за часть земли отвечает администрация района, за часть земли, ну, повноважения я имею в виду, угу, части земли, это областной держгеокадастр, часть земли это областной совет. Вот. На некоторые объекты, это как водного фонда, это уже Киев, понимаете. Поэтому путь будет намного короче, уже с децентрализацией. Инвестиции будут идти быстрее, потому что видение этой громады будет в каком-то направлении. Вот. Если Коблево-Рыбаковка, дай бог все будет хорошо, 18 числа будут выборы, и выиграют все-таки достойнейшие, вот, то я надеюсь, что они за 2-3 года покажут очень хороший результат. Ну, опять там, же, будет там все есть, зависеть. Там есть хорошие перспективы в плане действительно за привлечение инвестиций, потому что все-таки курортная, да, зона. Да, 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 там есть, я не хочу сейчас о многом говорить, потому что это уже будет видение громады. Я на них прямого воздействия, никакого влияния не имею. Они должны сами определиться, кто у них будет голова, какой будет состав депутатского корпуса и какое направление они возьмут. Понятно, это будет рекреационное направление, но я надеюсь, что они его расширят. Что это будет не только база отдыха, но и какие-то пансионаты круглогодичные, потому что вы не забывайте, что у нас в Рыбаковке, есть грязи. Да, грязи. Грязи. Как они правильно, я даже не выговорю это слово, палеонтологически, как-то так вот оно хитро называется, да, я честно не выговорю сейчас. Пансионат, это лечение грязью. Грязи, очень там очень... грязь, соли. Да, вода очень соленая. Там в августе месяце, вот если кто-то посетил Рыбаковку, то видел это полностью, да, полностью соленое озеро. Там было где-нибудь, немножко было воды, она такая маслянистая. И местами от йода, который находится в этой воде, соль становится красная. Вот, там есть соль не только белая, там есть и красная соль местами. Ну, в принципе, давно идет речь о том, чтобы построить там какие-то пансионаты, которые могли бы так работать. Но да, пока... но когда вот они уже выйдут в громаду, тогда у них будет немножко попроще уже с документами. Опять же, надо привлечь инвестора. Нужно отправить грязи на анализ. Хотя бы найти человека, который, ну, или юрлицо, да, которое этим заинтересуется. Это длительная процедура, потому что надо очень много анализов. Плюс по прилегающей территории там немножко есть вопросы, но то они уже быстрее сами разберутся. Если говорить о перспективном плане, да, Березанка, вернее, Березанский район. Район, планируем пока две громады. Команд? Две. Это будет. Я боюсь раздробить район, и они могут просто не вытянуть. Есть некоторые из сельских голов, которые хотят там 2-3 объединиться еще отдельно, вот, кроме тех, которые сейчас есть, да, вот запланировано 18 число. Сейчас у нас 4 громады, ну, 4 сельских совета объединяются, вот, остальные еще думают. Ну, то есть Рыбаковка и Кублева это отдельно? Не-не-не, они будут вместе. Вместе, да? Да.
Новофедоровка, Украинка, Коблева и Рыбаковка. Это все будет это единая громада. Мощная громада будет, да. Причем, если правильно так подойти... Она, в принципе, может дать фору всем остальным, учитывая возможности, которые открываются. Правильно, но вы не забывайте, что туда будет очень большой поток туристов, а ко мне приезжали сослуживцы, да, они часто ездили там в Железный порт, туда там, кто Генический ездил, звонят, ну что нам делать? Я говорю, ну что делать? Я говорю, цены выровнялись, что Железный порт в этом году, что Рыбаковка, что Коблево. В принципе, цены одинаковые, в Рыбаковке чуть дешевле. Говорю, ну да, Рыбаковка всегда был такой более бюджетный отдых. Да, говорю, приезжайте, есть новые базы, ну, кто более-менее хорошо строится, вот, есть, говорю. Приезжайте, я говорю, потратьте лучше свои деньги здесь. Ну, да, ну это будет по-хозяйски, знаете. Вот. Нам фрукты надо. Я говорю, есть сады. В Тузлах начали потихоньку садоводчество развивать. Я говорю, есть сады. Хорошо, покажешь? Покажу. Поехали, купили фрукты. Ну, там поесть, да, они там 10 дней были, ребята. Ну, семьями были. Uh-huh. Вот. Я говорю, 10 дней, я говорю, побудете здесь? Он говорит, ах, ну, фрукты попробуем. Он говорит, потому что мы не хотим покупать турецкое, либо какое-то, ну, что на пестицидах. Я говорю, то есть есть уже перспективы, а Тузлы, они входят в Рыбаковский сельский совет? Нет, они отказались. Uh-huh. Я не понимаю, правда, почему. Вот, хотя... А на что они, интересно, рассчитывают? Сферу обслуживания? Там... Я не знаю, на что они рассчитывают, почему они не согласились. Для меня это был для самого шок. Они входили в сельский состав сельского совета. Это одна из самых слабых сельских, это один из самых слабых сельских советов района. Я имею в виду бюджета. Угу. Вот. Ну, я не понимаю, почему они отказались. Ну, ихняя воля, я их заставлять не могу. Видно, так тому и быть. Ну да, но принцип добровольности все-таки. Да, но если Коблево с Рыбаковкой будут развиваться стремительно, да, и в правильном направлении, то, что поток туристов увеличится и сделают отдых комфортнее и безопаснее, потому что человек покупает на отдыхе, ну, когда он едет отдохнуть, он покупает две вещи, он покупает комфорт, покупает безопасность. Можем ли мы сейчас говорить о комфорте? Работу над ошибками ведем. Пожалуйста, не режьте меня сейчас прям ножом так под ребро, потому что я был... назначен туда 4 мая, да, 5-го там приступил официально к Обовязкам. Много что увидел за лето. Вот. Никуда не годится. Я так смотрю, да, впечатления, да, судя по всему, яркие. Яркие. Я в Коблево вообще за это время, я с 2002 года, да, живу в Николаеве, и редко был в Коблево, там несколько раз. После моего... визита в 2006 году, я сказал, что моей ноги здесь больше не будет. А почему? То есть все, все плохо, сервис, инфраструктура, все-все-все, да, да? Да. И сейчас так и есть? Да, да. Немножечко что-то облагородилось, но в то же время и потянуло за собой обратную сторону, где-то стало намного хуже. Ну, это лично мое мнение, как гражданина Украины, да. Я сказал, что здесь больше моей ноги не будет, поэтому я... Люблю вообще туризм, люблю активный отдых. Я Балаклава, Тарханкут, я ездил туда всегда отдыхать. Угу. Вот. Ну, к сожалению, пришел агрессор, Крым закрыли. И в 2014 году, после выхода с первой кампании, я неделю помогал водителю, мы ремонтировали на заводе на НТРЗ БТР наш. Вот. И на выходных меня знакомые говорят, давай возьми, говорит, семью, хоть на один день съездим в Коблево. Я говорю, ну, не хочу, я говорю, туда просто ехать. Я говорю, осадок до сих пор есть. Да нет, давай съездим, там вот и пляж лучше чуть стал. Согласился, поехал. Вот. Ну, так. Что-то лучше, что-то хуже. Итог поездки. Забыл обручальное кольцо супруги в раздевалке. Опять не знак. Да, браво. Моей ноги здесь больше опять не будет. Не буду я больше сюда ездить. Все, вопрос закрыт. И тут назначение. Теперь так глава района не может не ездить в Коблево. Все, и понеслось. Но теперь вы, по крайней мере, знаете изнанку. То проблемы с канализацией, то проблемы с водопроводом, проблемы там с ливневками. Повлиять лично не могу, потому что это территория сельского совета. Вот. Не совсем я понимаю... Не совсем я понимаю, тоже сейчас сколько сталкивался, да, вот уже чуть больше, чем полгода. Вроде бы и старается.
Да? 12 лет стараться, это же результат должен быть солидным. Это вы имеете в виду руководителя сельского совета? Да. Угу. Панич. Логики. За 12 лет иметь такой ресурс, а с 2012 года, за крайние 4 года, расширить межи села, иметь еще больше ресурс. То есть сейчас сама курортная зона входит в... Сельский совет. Да. Да. И там царь и бог. Это вообще это колоссальный ресурс. Да. Получить. Да. Такое. Да. Но так как проводились работы, мне не совсем понятно. Вот логики я там не вижу. Положить асфальт, не сделать ливневки, но это... Ну, вот как-то оно вот так. С другой стороны, радуюсь сейчас молодой сельский голова Рыбаковки. Вот это вот, ну, знаете, как вот чаша весов сразу. Угу. Вот. Там есть понимание будущего. Там есть принципы жизненные. Там есть честность. Есть кредит доверия от людей, который он не может потерять. И есть уже... Не потерять-то он может. Но будем надеяться, что не потеряет, если вы так оцениваете его работу. Я имею в виду за Рыбаковского сейчас. Да, да, да. Я говорю, что вот. В принципе потерять доверие людей очень просто. Ну, будем надеяться, что год, не растеряет. Год то, что прошел в Коблево, вот, с выборов с крайних, и год по Рыбаковке, это день и ночь. Я вам скажу, что молодость – это сила. В любом направлении. Да, нужно советоваться с аксакалами, тех, которые уже там были на должностях долго. Они могут дать хороший ответ. Но... перспективы, вот а это вот желание. А что в качественном плане изменилось в Рыбаковке в лучшую сторону? Я смотрю по бюджету, как они распределили свой бюджет и, тут, и то, чем он начал уже сейчас заниматься. Например? Что интересного мы увидим в следующем курортном сезоне? Я не знаю, дотянет он до следующего курортного, ну, реализует он или нет в следующем курортном сезоне, потому что 18 декабря выборы. А, то есть он может... И да. Не получить еще да. Один кредит доверия. Да. Да. Проекты по водопроводу. Угу. Канализация озабочена очень сильно. Инвентаризация. Ну, это, в общем-то, все то, чем страдала и Кубль, и страдает и Кублевская побережье. Но это делает. Ну, да. Дороги делает, ну, за обрунтованные цены, да, незавышенные. Вот. Тот стелили дорогу в Луговом, на которое вообще все забили. Ну, вот годами там ничего не делалось. Первый сельский голова, который что-то там начал делать. А Луговое тоже относится это к Рыбаковке? К Рыбаковке. Да, да. По... В комиссии были по легализации. Всегда включается, всегда ходит. Какие-то вопросы по берегу всегда включается. Разговариваю с предпринимателями. Потому что уже беззаконие, то, что иногда творится... Надо это дело уже пресекать и выводить их на нормальное русло сообщения с властью. Собственно, что... постоянно, да, в средствах массовой информации появляется информация о том, что вернули землю, прокуратура да, вернула, да, и там да, проблемы, да, и там да, проблемы. Да. Земельные вопросы, они постоянно каким-то вот, как грибы, лезут, лезут и лезут. Ну, это мы сейчас пожинаем плоды нашего недалекого прошлого. Ну, в принципе, перспективы исправить все? Есть. 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 А что для этого надо, кроме принципиальной позиции руководителя района? Желание предпринимателя работать честно. Можем ли мы ожидать какие-то изменения вот в следующем курортном сезоне уже в Коблево? В Коблево я вам не скажу. В принципе, тогда будем посмотреть, как выборы пройдут. Да, да. Все будет зависеть от головы. От головы громады, кого выберут. А центр громады где будет находиться? В Коблево. В Коблево. Да. Ну, именно депутатский корпус, аппарат будет находиться в Коблево. Ну, потому что это ближе к дороге. Да, понятно. Сообщение транспортное ближе. Но они охватят все эти 4 сельские рады нормально. Как они дальше будут распределять, ну, кто где будет находиться, то тут уже их не будет вопрос. Там дальше уже они, как орган местного самоуправления, будут решать. Сергей, у нас... Не так много времени, осталось буквально там
30 секунд. Вы, в принципе, нет, не вы, вот люди, они поддерживают эту реформу, они готовы бояться. Каким-то бояться. Да. И, к сожалению, следующий год будет тяжелым для реформы децентрализации, но его нужно пережить. И если мы его стойко пройдем следующий год, 17-й, то в 18-м будет намного легче. Громадам, которые сейчас объединяются, они уже почувствуют плюс даже в марте месяце, когда часть ПДФО пойдет на них. Вот. У них сейчас бюджеты сильнее стали. Собственно, государство субсидии выделяет достаточно серьезное. А теперь его надо грамотно потратить. Тут же Куцуру 5 миллионов получил на развитие села, а тут более крупная громада. То есть тут деньги надо, могут тут быть надо, другие. Тут надо тратить деньги с перспективой на инфраструктуру. То, что каждая вложенная копейка должна вам принести через 2-3 года 2. А вот всю эту цепочку замкнуть, это уже нужно грамотное решение руководителя. Ну що ж, будемо сподіватися, що керівник буде мудрим і досвідченим. Я дякую за те, що завітали до студії, дякую за відповіді, на все добре вам. Спасибо. До свидання, ще раз.